Всем привет, ребята, с вами Антон, и простите, я выключил свое устройство, я прошу прощения, и давайте приступим. Короче, мой друг отказался из клана, ну, да, кстати, вот, кто хочет, заходите, вот. У вас всегда будет место. Вот мои кланки. Вот водитель Т-клана. Вот этот водитель, решетка ККК МРОЛ. Черные драконы. И поиграем вместе и все такое. О, мой друг согласился. Давайте ему напишем. Так. Ну ты согласен, да? Сейчас я возьму. Сейчас я возьму свою колоду. Так. Давайте делать колоду. Молния сюда, потом стрелы. Так. Потом. Сборщик эликсира нам нужен. Торнадо. Торнадо нам нужно. Так, торнадо. Торнадо. Эту штучку мы возьмем. Вспомни. Так, нет, зеркало. Зеркальце, зеркальце наше. Ты с нами будешь. Я готов. Так, все, ребят, мы пошли в бой. Так, он что делает? Что-то он не по плану делает, ребята. А ну-ка. Больше эликсира. Не, дракон. Что-то он... Так, ребят, надо с ним поговорить по-нормальному. Это не делать что-то. Давайте, дракошка. Что-то мне это не нравится совсем. На бомбу. Надо новый сборщик ставить. Зеркало. Так, он не снес башню, да? Сборщик, тварь. Сломал сборщик. Ну-ну. Я чисто ему ничего не могу сделать. Он что творит? О, дебил. Так, ладно, ребят. Я сейчас с ним поговорю нормально. Что ты не делал? Ну что, он тупит, что ли? Еще раз, ребят. Да, сейчас я с ним поговорю и поставлю на паузу. Давайте, пацаны.
Ладно, извините, ребята, мой друг баран. И придется самому это все разгребать. Ну и давайте, поехали. Ну, конечно, я попозже пройду эксперимент. Это, конечно, обидно, но я потом его проведу. А сейчас давайте попробуем пойти в бой и затащить. Ой-ой-ой-ой-ой! Уже начинается лохомали у нас. Ну что, какая же штука? Думаю, что крутой? Вот так. Суки. Напрасно. Два, беги. Так, плохо, ребята, идет дело. Надо что-то делать. Все. Тихо, по фасту. Да. Ой. О, хорошо, дракончик поставили. Нормально. Так, ну ничего, одну башню с этой, нормально. Блять, ну зеркалом пользуется. Подожди, петух. Давай, мага. Колдуна. И ну просто грибите. 2600. Мне больно, мальчик. Или ее там добьют. Пустим Хога. Да. Разборки канзасские. Ну, просто. Что-то заебал свои бочки. Гандон. На. Отлично. Сейчас покажу. Подожди. ЧМ-Алдер. Ну что, я тебе покажу сейчас. Просто под защитой. Хоп, как-то. А он шарит, видишь? Это с другой башни я там Смотри. Поумнел. Воспользуйся моей тактикой. Парень, ребят. Убрал свой. Зелень еще. Убрал. Ничья, пацаны, ничья. Жестко. Достойный противник. О, мой друг пишет. Да. Сейчас приду, ребята.
Так, привет, пацаны, я вернулся, и он не отвечает. Так что давайте в бой. Фух, жесткие противники, у меня шестой уровень, а мне придется седьмой. Ну-ну. Надо ждать, пока он атакует. Потому что у меня есть чем, кстати, застраховаться. Ведьма, скелет, ну, ну, я так и знаю, в принципе. Что там? Ничего, я знаю. Бешеный. Блин, рейдж. Ненавижу рейдж. Что-то слишком жестко. Рейдж это всегда жестко. Ну, просто. Блин. Ну, я сейчас всё. Хорошенечко, кстати. Да нет. Нифига, пламенный. Пока мы родимые, пока все, я вас любил просто вообще жесть. Так, ладно, ладно, хочешь повоевать, давай. Блин, не понимаю, может он куча меня кстати? Я уже задумывался, маг. На нахуй. Пес, недоразвитый. Да! Может, я что-то заберу? Ну что ж такое-то, а? Ну, когда что-то закончится-то, а?